что-нибудь не так, будем преподание делать. Еще. Мы очень волнуемся, это все от души. Главное приставной шаг. Да, главный приставной шаг. Не преподание, а приставной шаг. Ну, а вы любите нас. Я же сказала, я ничего не буду говорить. Я не знаю, что ему сказать. Мы его все любим. Стас. И волнуемся. Все, отворачивай. Че? Я очень люблю, люблю, как это, как называется, как то. Ну, как ученица. Ну, очень сильно. Только как ученица? А больше говорить ничего не буду. Это я ему лично скажу. Понятно. Любви, здоровья, всех благ. И как много, а как можно больше денег. Ему. Знаешь, что? Чтоб с нами делился. А, вот это ценная мысль. Очень ждали все этого дня. Очень рады, что он наконец-то наступил. И надеемся, что пройдет лучше всех на свете. С днем рождения, ой, с юбилеем. Нормально, да? Так, можно сделать. О, вот так вот. Ой, моя-то хорошая. Выпускники, так что, Сергей Ильич, приготовьтесь к встрече с выпускниками. Они очень хотят вас поздравить. Ну вот я и свою работу показал ему. Ну ты можешь сказать, Серега, братан, все ништяк, пока. Все хорошо. И все? Вот это. Вот это. Раз, два, три, давай пожмем друг другу что-нибудь. Четыре, раз, два, три, четыре. Все. Пожелать, самое главное, пожелать нашей работе, да, успехов творческих. И я надеюсь, что ты еще заработаешь звание заслуженного артиста в нашем Кыргызстане и во всем мире. Давай, мы целуем тебя от всего Таверика. Вам всего самого наилучшего, самого хорошего, долгой, счастливой творческой жизни, а также, чтобы ваша дочь была такой же умной, красивой и хорошей, как вы. Мы вас любим. Мы вас очень любим. Всем спасибо вам. Стасик. Как умеешь, смотри, точка. Вот я и выразила, чисто, в кавычках. Ну, что сказать. Приятно, друг. Юбилей – это здорово. Поздравляю. Счастливо. Кратко, сестра Жила. Любим ребенка. Не знаю. Вообще, от души так, что для нас так получился такой как бы праздник, то, что Стрецов Сергей Вениаминович считает для нас постановки. Особенно мне нравится постановка, это вот это Египет. Мне от души вообще постановка. Так смотрю, классно, лучше всего, не знаю, молодежь, что придумал ее. Придумал. Поздравляем. Я не знаю, почему ее так как бы ставят так мало. И вот с юбилеем поздравляем от всех, от нас. Просто от всей души, от чистого сердца. Я воль, но проблем. Сережа, ласковое и приятное. Здоровья, счастья. Творчество на долгие годы. Вот самое главное. Всего хорошего. И обычный концерт. И я, наверное, очень рада, что он случился в мою бытность. А Сергею Вениаминовичу я желаю больших, еще больших творческих успехов. Чтобы оно в жизни всегда сопутствовало удаче, а артисту навсегда очень нужно. Большое спасибо ему, что он постоянно так много красивых танцев. Желаю ему большого продвижения в творческой вашей жизни. Здравствуйте вам, задора, улыбок и прекрасных детей еще лет на 100. Поздравляю. В театре, особенно ну, те роли, которые я играю, они очень как поставлены, очень хорошо, квалифицированные педагоги, мало того, поставлены танцы на высшем уровне. Мне кажется, что в будущем это даст какой-то прогресс. Прогресс с моим танцем, что оно в будущем пригодится мне. Танечка! Желаю ему всего наилучшего в будущем и побольше новых танцев, которые он сможет поставить, я так думаю. И чтобы он побольше ставил танцев, таких как народных танцев, как он ставил, и современных, и больше таких постановок, театральных постановок. Ну вот, в принципе, и все. Делать не буду. Никогда в жизни. Но он... Такой человек, что он родился, его нельзя этого делать. Довольны? Все? Не, ну, пару ласковых там типа. Ну, конечно, братан, здоровье. Самое главное, чтобы он вот так как трудился и дальше, в дальнейшем вот этот, как трудился, пускай он так трудится. Yes.
Хорошо, держи. Просто тихо, мы шизели. Я любим женщинами. Будь всегда приятен. Особенно женщинам Фаберика. Ну что вы? Ну ладно. Ну, Стас, ты плохой. Уйди. Уйди. Творческих успехов и много лет творческой работы. Поздравляю вас. Желаю вам успехов в своем дальнейшем творчестве, чтобы вы от нас никуда не уходили, были всегда с нами. Фаберик 9 лет и работали еще примерно 20 лет. Мы вас очень любим. Сейчас Сережа Базарцов.